минут добрый, у нас собрались замечательные игроки. Дебаты открывает госпожа Мирабель. Вообще не очень-то знала, о чем поговорить, но я вспомнила, что еще на прошлый вечер я хотела на первом номере сказать о чем я думала. Когда вот к нам приходят новые игроки, они, как и все обычные красные игроки, пытаются вычислить черных, но они при этом дополнительные усилия прилагают для того, чтобы вычислить дона. И вот это лишнее, потому что городу найти дона и поднять его, это все равно, что найти простого черного игрока и его поднять. То есть неважно, в каком порядке мы выносим черных игроков и какие у них как бы должности, потому что дон для мафии, он просто назначает отстрел. Дон уходит, отстрелы без него назначат, как-нибудь сострелятся. То есть не нужно вот именно на этом как-то заострять свое внимание, там прислушиваться к договорке, там о ком этот игрок поговорил, там где потом... У вас время? Меня, госпожа Джессика. Доброе утро, город. Рада вас видеть, давно вас не видела. Неплохая речь первого игрока, если тем более говорит о том, что не думал, о чем поговорить. Поговорил про игру, про чуть-чуть про мафию, нормально, вполне. Пока что аккуратно поиграю. Будем надеяться, что вы красный игрок. Я красный игрок. Чем рассказать интересного? Вот была в Италии, сейчас еду в Германию. А между этим я еще где-то там учусь. Не просто. Начать учиться после 15 лет того, что не училась, очень даже непросто, но прикольно. Так, торше не я делаю в этом университет Хайфа. Че, MBA? Ну, Минали Саким. Прикольно, там такие, просто без иврита не получится, я не могу не на иврите. Итнагут, Иргунит, Неулеш и Вук, всякие вещи, которые очень прикольные. Психология. Было про то, как узнавать, что люди врут. Я еще так подумала про мафию, сижу, так думаю, о. Но потом он очень много всего дал, потом говорит, это вам все равно не поможет. Господин Сникерс, доброе утро, город. Нички у двоечки, в принципе, речь хорошая, но мне двоечка понравилась больше по эмоционалу. Двоечки, эмоционал более такой хороший. У Нички речь, в принципе, неплохая, но она для меня менее красная. Давай для меня сейчас покраснеть. Да, то есть играли 1-2 нулевому кругу, но 2 покраснели. Чего бы теперь рассказать мне? Ладно, сейчас не знаю, чего рассказать. Дальше. Это понятное дело, вы черный игрок со мной, да? Все просто, да. Вот уже и рисуется как бы ход событий. Да, спасибо. Спасибо, Иван. Госпожа Танга. Доброе утро, город. Смотрите, из всех вещей, которые 1, 2, 3, я ничего здесь пока черт не слышала, я все держу. Мама, нормально. Мне про вас даже говорить нечего. Я сижу, опять же, я тогда переписывалась в Фейсбуке вот с тем, что когда ты сидишь и слышишь, что он шериф. И я просто, знаете, думаю, надо найти какую-то еще универсальную договорку, чтобы своим мафом отмайковать. Понимаете, вы все думаете, да, вы найдете универсальную. Это, понимаешь, это так получается, что ты сидишь уже в грамме от победы, от убийства шерифа. Я вот прям чувствую, что шериф, как отмайковать этим своим милым. Эту финала, ну хорошо, до финала. Думала, там все получится. Посмотрела на него, он мне говорит, да, я думала, что понял. Я дала голосовую так. Ну вот это вот у меня дилемма. Понимаете, вы думайте все, давайте придумаем какой-то универсальный знак. Чтобы своим мафом отмайковать. А я, знаешь, еще вот так вот делала. Думаю, ты понял. Ну да, ты понял. Господин Литман. Я вам расскажу. Смотрите, какая ситуация. Я шериф. Поскольку у вас все равно статика, вы все равно не попадете. Поэтому я скажу, спокойно могу сказать, то, что я не пойду проверять никого из этих игроков. Ни 1, 2, 3, ни 4. Разумеется, себя-то я тоже не пойду проверять. То есть я пойду проверять кого-то туда. Нет. Выставлять мы никого не будем. Вот, никаких этих вот попилов и прочее. По нулю, если выставлен один игрок, то он не голосуется. Вот, с позапрошлой игры. Теперь. Где мафия сидит среди этих игроков? 7, конечно же. Он войдет в лучший ход. Это сразу же. Поэтому его я не пойду проверять. Он все равно поднимет на счет. Поэтому 5. Нет смысла проверять. Я уже поднял на счет шерифа. 7 не надо проверять. Он все равно поднял.
4? Нет, зачем 4? Она молодец, она правильно. То есть отличная речь 1, отличная речь 2. И учиться, и всюду путешествовать просто прекрасно. 1 обучающая речь. 3, старайтесь говорить побольше. За это вы запросто можете схватить проверку шерифа от 5. 4, настолько искренняя речь, по 0 можно с вами поиграть. Вполне. Интересно. Ну давайте так. Если рассматривать версию вашу, то получается, что у мафии сидит между игроками 7, 8, 9, 10, и причем там все 3. У меня так получается. Окей, хорошо. А, что там? 2 мафии там. Секундочку. Вы сказали, что там у вас все красные. А там 2, а тут 2 мафии. А, 3 где? Не-не-не. Мне уже не нравится. Вы не считаете меня мафией. Я Дон. А, вы, секунду. Вы же покажете, что вы Дон. Вы шериф? Сначала покажете, что вы Дон. Не верьте ему, Дон Грияно. А, я вслух сказал. Ладно, давайте так. Для меня сейчас самые красные игроки 2 и 4, поэтому я аккуратно поиграю 2, 4, 6. Остальные за скобками буду слушать. Все опасно. Смотрите, я тоже могу поиграть 1, 2, 3, 4, вот так вот. 1, 2, 3, 4. Не 5. Не 5. Потому что 5 поднимет значок. Ну почему вы меня не идете меня проверить, да, сейчас? Я же подниму значок. А почему на прошлой игре вы меня пошли проверить? А, номерок. А значит, если я шериф, я не могу без типа номерок. А, ну, не может так быть. Смотрите, госпожа Джессика. Минарасаки, мы, в принципе, все туда идут сейчас. Нет, ну, кроме господина Ведьмака, ладно? Минарасаки, это, конечно же, почему не Мишпатин, почему не дипломатия? Вот это вот хорошая вот, философия вот такая вот. А? Нет, вас это не Мишпатин, мне... Хорошо, ну, у меня 2 покраснее, играю 1, 2, 3, 4, все. Проверку вот так вот показываем, вот так вот. Да, вот это, как господин Осмотис, я господин Осмотиса научил. Нет, госпожа Рапунцель. Урок номер 1, Астатич, правило, 2, ну, всего это классно. 3, 1, 2, играю. Три, у вас была, правда, короткая речь. Она была такая оказия, но короткая. Но я до сих пор занимаюсь поиграть, осторожно. 4 тоже красные, 1, 2, 4 красные. Самая красная это 2. 1, 4, а потом 3. И вот номер 5. Игрок номер 5. 10. Ну, не знаю. Ладно, будем 6. Мне тоже прошло на проверку. Мне лично понравилось. 7. Блин. Меня госпожа Данилис. Доброе утро, город. Значит, 1. Хорошая речь. 2. 2. Как я вас понимаю, мне тоже предстоит в этом месяце начать учебу, и мне так страшно вообще, как это будет. Дальше, ну, то есть 2 я играю, понятное дело. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3 хорошие речи. Я даже не услышала ее очень короткой. 4 с такой речью про договорку я бы нашла скорее красный. Вот, но получается 1, 2, 3, 4 и 5. Слишком длинный паровоз. Возможно, там есть, не знаю, между 1 и 3. То есть. Хорошо. Дальше согласна с тем, что 6 просят на проверку. 7 я нашла скорее красным, а 8 бы тоже я попросила на проверку, потому что конец речи достаточно сказанный. Но... Бри, мя, господин Циник. Доброго пока. Там, что здесь на игрок-то слишком рано скрывшийся шериф 5. Да, вот, не знаю, сейчас скрываться. Либо он просто так фанится. А самый красный для меня все-таки 4, 2, для меня самый красный игроки 4, 2, 3 тоже не нашел, как будто тренер, да, не было короткой речи, но тоже, да. Сразу же играет тоже 4, 2, тоже играет 3, а не показывает, не обнимет себя, да.
А вот тут вот 678 наиболее у меня подозрительные коты. Сюда я приехал 678. И покосок у меня 9 и 1. 5 не играю точно. Спасибо, Иван. Ну что ж, выставлений не было. Народ у нас замечательный. Спасибо. Спокойной ночи. Смотрите, очень много игроков попросили проверку 6, поэтому проверил 6. Да, поэтому проверил 6, нашел его черным. Поэтому 6 точно входит в лучший ход. Давайте так, я посчитаю 7 красным, я посчитаю 1, 2 красным, 4 красным. Теперь осталось выбрать между 3, 6, 8, 9, 10, 8, 9, там наверняка разноцветное что-то. Давайте пусть будет 4. Ну, я циника опять не хочу оставлять в лучшем ходе. Очень-очень. Давайте так. Мой лучший ход. Это будет 3, 6, 9. Черный. Более черный 6. Потом 9. Потом 3. Самым черным я считаю циника, я не хочу оставлять. 3, 6, 9. Я не шериф. Я не шериф. Да, да, все нормально. Если молодцы поставили на динамику и застрелили 5 по динамике, просто супер. Я замахиваю тогда. Госпожа Джессика. Доброе утро, город. Выставляю номер 6. Принято 6. По-любому 6 мне не очень понравилась ни реакция, ни речь, ни вообще. И сейчас тоже мне очень понравилась реакция на это же шерифство. Я не могу сказать, что мне... То есть вот лучше пошел 3, 6, 9, хотя 10, я вам сказала, что, скорее всего, более черный. Здесь мне вот этот, из этой вот тройки... Ну, не знаю, у меня три всегда как-то у меня более красные, даже когда он черный, поэтому я буду слушать еще раз сейчас. То есть 6, 9, 10 мне как-то больше вот эта вот команда подходит черная, чем я 6 выставила. Что вы хотите от меня? У вас что-то с руками, ничего не помню. Не могу сказать, что 4 я услышала прямо вот четко красное, хотя все вот говорят красное, так я это вот, но я как бы вот, 10, вот не сильно я услышала. Вообще, в принципе, вспоминания прошлых игр и так долго о них, это вот мне это не очень нравится, в принципе. Господин Сникерс. Да, ну я шериф, проверил 5 от шериф. Если 5 шериф, он сказал, проверил 6. Ну, дела такие, как бы, да, я играю по делам. Ничего не играю. Так, я по нулевому кругу я поиграл 2 и 1 и 2. Очень хотела еще поиграть 8. Не знаю почему, но мне, в принципе, эти восьмерки понравились. Поэтому я сейчас поиграю 2, 3, 8 и 4, мне кажется, более красные, хоть двойка не считает четверку очень-то и красной. Но все равно, 4 я пока поиграю поаккуратнее, 2 увереннее, 1 буду слушать и поиграю 8. Более черных пока выделить не могу. Нет. Забудьте. Я не шериф, это... Так, сказал. Потянуть время, да, чтобы не говорить. Я не буду никого выставлять, так как не нашел еще кого-то более черного. У вас время, госпожа Тата. Доброе утро, город. Ну, смотрите, пока все так ровненько. Идем. Уставление шестерки подходит. Представляю игрока номер 9. Без всякой информации,
просто как игрока из лучшего хода, потому что с того, что вот я сейчас послушала, много информации не было, тройка пошутила непонятно про что, что-то такое, без всякой настой. Ну, короче, я вижу, что здесь тоже что-то подозрительное, но, не, но без заявки. Если, допустим, вы черный, так уже заявка. Джессика застрелила ведьмака, значит, она тоже черная. А Джессика? Не, ну это я так. Жалко, что вы застрелили, хоть бы вы поссорились. Как попараноились. Вы в меня. Нормально. Так, ладно. Ну, пока что вот так. Пока что ничего не понятно. Сейчас буду... Раз, если, допустим, 6 и 9 сидят там, да, достаточно подозрительно. Тройка тут что-то... Интересно, да? Вы так сильно топите игры по завещанию. Да, я понимаю, это значение ведьмака. Но для меня это... Ну, во-первых, он ошибся как минимум в одном цвете. Теперь не знаю. Но... Поэтому мне это завещание совсем не нравится. Поэтому что? Для меня сейчас 4. Выставляю игрока номер 4. Вот. Здесь 4. Значит, 4 почернее. Ну. Ну, вы так показываете 6 черных. 6 черных вот, вот прямо вот там. Ладно, хорошо. 4 красных. Ладно. Хорошо. Но я против вас не играю. Сейчас там интересно. Красный, потому что я сразу черный, не проверил никем. И так, мне нравится тут восьмерка, которая пытается скрывать шерифа и девятерых. Зачем? Ну, вы же тут показываете, кто там шериф? Вы же зачем показываете, кто шериф? Кто шериф? Не знаю, кто шериф. Смотрите, госпожа тут-то семерка сидит. Смотрите, я выставляю игрока номер номер 10. Вот так вот. Я вам объясню, господин Цивин. Номер 10. Вот, я выставил десятку. Я хочу послушать десятку. Если что, послушать десятку, потому что вот по нулю эмоционал не был вот такой вот супер. А сейчас, если я вас послушаю и найду вас в красках, тогда я знаю, в кого голосовать. Хорошо? Я буду голосовать. Вы это увидите. Кто черный, для меня черный все равно шестерка почернее. И между 8 и 9 я не знаю, кто там, что там творится. И, скорее всего, для меня двойка-четверка красная. Двойка-четверка красная, я поиграю 2-4. И, скорее всего, единица тоже красная. 1-2-4, вот так вот команда. Хотя, единица тоже. Да, да. Госпожа Дейнерис. А, нет, простите, Рапунцель. Шестерка, я не спрашиваю, кто шериф, не искал никакого шерифа, я спрашиваю только себя, потому что он сначала ладно, 2-4 играю. Собираю 6. 6 для меня точно черный. Не очень мало. 7 я могу поиграть. Я не знаю, как мы нашли между 3 и 8 раз цвет. Я даже поговорила про 9, сейчас. Время, госпожа Денис. Мы не успели поговорить. Смотрите, мне очень не понравилась тройка на этот круг. И не, ну, то есть, действительно, очень странная речь. Я как бы начал вроде как шутки, потом перешел, назвал очень странные позиции, выставляю игрока номер 3. Принято 3. Вот. Мне, естественно, не понравилась шестерка, ой, четверка, да и шестерка тоже. Четверка мне не понравилась с моим выставлением. Как бы лучший ход – это лучший ход, но мы сейчас у нас живой шериф, потому что пятерка, уходя, откатил. Поэтому мы пилить на троих не собирались. Зачем, если на основании, что вы выставляете меня только из лучшего хода, шестерка, понятно, подозрительно. Будем, мне сейчас понравилось.
И 7, ну, вполне по красным. У вас время, господин циник. Доброго утра, город. Вы кому продолжите играть, нормально все, ровненько. 3, да, ты тут приезжает много, но 3, как бы, 5 же ничего такого перед этим шоу, но ты по мне будет за сколько 3. И играть не хочу, сейчас переобуть. 4, 6, так все въезжают, но они, я тоже не скажу, я сейчас 6 играть не буду. 7, я не прав, проехал номер 7, пока не забыл. И не то 7. Это будет взаимно у нас. Ну, потому что я поговорю, вот я поговорю про... Потому что я сыграю 2, 2 и 8. Все, 2, 8, 10. Да. Единственное, кого я уверен, как бы красный цвета кого. 3 как бы коротко, но не нашел ничего черного, но не хочу играть. 4 мне не понравилось. 7 мне не нравится. 10 секунд. Это тут еще. 6, как бы 6 тоже. Я буду сказать, либо 6, либо 7. Время. Госпожа Мирабель. Ну, на порядку. 2 для меня красный игрок говорит по-красному. Все, многие называют его красный. Играет против шестерки. Согласна. 2 для меня еще покраснее, еще из-за этого. 3 непонятно, сразу скажу. Не поняла ни позицию, ни речь, не очень так. 4. Вы с шестеркой, как я поняла, в разноцвете. То есть, если для меня 2 красных, 6 черных, а 6 играет против 4, то для меня получается 4 тогда красные. 6 еще играет против восьмерки, то есть для меня и 8. Теперь, между 7 и 10 вижу разноцвет, но кто из них кто, тут мне непонятно. 9. 9, вот вы въезжаете в тройку, 10, а кроме этого я не поняла, кто у вас еще может быть черный. Вам не понравились вместе 4 и 6, и все. То есть у вас 3, 4, 6, но это не может быть. У вас время. Жестикуляция прекращается, речи прекращаются, мы переходим на голосование. Слушайте внимательно, потому что выставлены 6, 9, 4, 10, 3, 7. Повторяю. 6, 9, 4, 10, 3, 7. Итак, 6. Кто за то, чтобы ушел номер 6? Не двигайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хорошо. Спасибо. 9. Кто за то, чтобы ушел номер 9? Один голос. 4. Кто за то, чтобы ушел номер 4? 10. Кто за то, чтобы ушел номер 10? 3. Кто за то, что ушел номер 3? Один голос. Семерки ничего не досталось. Игрок номер 6, ваша прощальная минута. Я здесь могу сказать. Зря вы так, я был шерифом. Проверил себя нормально. А я всегда голосовал. Такой плохой шарик. Это же какие-то красивые чики. Вот. Шесть. Нет, это 6. Могу я быть шерифом. Десять секунд. Я думаю, что мафия 9, 4. Время. Да. Город с вами прощается. Жестикуляция прекращается. Спокойной ночи, город. Il capo cosa no, con quegli stivali e quel nero col ballo. Ai 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 ai. Chiunque ti guarda rimane di stucco ed ogni ragazzo si sente un calmucco. Ai 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 ai.
si gira, si gira. Tu quando ti vede passar, passar. Доброе утро, город. Утро недоброе для госпожи Джессики. Джессика, ваша прощальная минута. Первого ночи все красная такая. Прямо страшное дело. Смотрите, мне не понравился сейчас 3. Я очень надеюсь, что его проверю. В принципе, вот то, что 3 и 9 не голосовали в 6, который сам же голосовал себя и 100% черный по уходу, это, конечно, нет. 10 раз махает головой, 10 голосовал в 6, но 10 у меня до сих пор по подозрениям, вас бы надо было проверить, в принципе. Вот, кто шериф? Вы спрашиваете, кто шериф? Но сейчас, в принципе, уже можно, да, спрашивать. Хотя, опять же, у вас критики еще пока что нету, так как, ну мне так кажется, но 6, мне кажется, ушел очень по-черному. Окей, вот так вот мне кажется, что 6 ушел очень по-черному, но если он так ушел красным, так он просто слил город таким образом. То есть, это вот так вот. Но я думаю, что нет, я думаю, что 6. То есть, как по мне, 3 мне не нравится, мне 9 не очень так. Но 9 выставила 3, опять же, 9 выставила 3, может быть, показать тем самым, что у них разрушается, хотя они в лучшем ходе. Ну, то есть, вот где-то вот все-таки в этом районе надо 3 я бы проверила, потому что как бы 3 у меня время. Город с вами прощается. Минута господина Сникерса. У меня сейчас критика. Для меня сейчас будет просто по-красному, потому что с ним никто не поиграл, даже никто не кинулся хотя бы его пробовать окраснить, и просто у меня город никто не поиграл 6. Ну, я как бы с ним никто не поиграл, я играл 6, но он ушел. Мне кажется, у нас сейчас критика. Скорее всего, шериф нужно вскрыть, моя версия. Потому что... Да, Just Lee, правильно? Или его на голосование? Остыли, то есть у нас 5-20 лили, и 6 для меня ушел по красному, скорее всего. Он просто уже понял, что весь город против него голосует, и тоже в себя поставил руку. Для меня сейчас самое красное это 8, я... 8-10. 10 секунд. 8-10-1. Для меня самая черная 9, поэтому я против нее голосовала на голосование. Вставляю тогда номер 9. Принято. У вас время, госпожа Тата. Доброе утро, город. Мы сами тоже слышим. Основная я бы, конечно, смотрите, играю с восьмеркой, которая очень логично подметила, что 6 рисует разноцвет между 8 и 9, когда еще 8 не могла поговорить. Или это пятерка? Нет, это вы подметили. Когда 9 еще не говорила, 8. Короче, это было хорошо. Семерка дает проверку 9 и 3 играет против них, я тоже с вами. Я, смотрите, даже, мне кажется, они друг друга отмазывают. 9 голосовало в 3, 3 голосовало в 9. 10 секунд. Рисуют тут друг между другом разноцвет. Ну, как бы. А теперь смотрите, шерифу не надо вскрываться. Шериф у нас, наверное, адекватный. Увидел выход черного игрока. Господин Свен. Так, шериф, если пошел проверить шестерку, и шла проверка в шестерку, я думаю, если у него шестерка черная, он не вскрывается. Если... Ну, вот и все, ну, что тут? Надо это объяснять, что? Вот эти 3-9... Нет. 3-9 разноцвет, я думаю, что сейчас это все-таки сейчас проверка должна была пойти в 3, между 3 и 9. Потому что я просил проверку между 3 и 9. У них был разноцвет. Смотрите, я играю 4, я играю 8. Этих, это вот 4-8, я считаю их покраснее. 3-9 разноцвет, десятка у меня почернее. Единица я еще послушал, в принципе, сейчас еще нет никаких проблем. Но надо решать, ребята, надо решать. Я так думаю, что все равно шестерка ушла в черную. Шериф не скрывается, но пусть не скрывается. 10. Ладно, выставляй, как она 10 на голосование. Принято, 10. Вы выставите девятку, девятка выставит тройку, я думаю... Все, будем смотреть. Спасибо, пас. Ну, госпожа Рапунцель. Между... Если правда, я не видела, что... 9 голосовал в 3, но он голосовал в 6, так, 3 голосовал, а 9 не голосовал, голосовала, да, сейчас я, шериф не должен скрываться пока,
Я играю сейчас с игроком 4. Я думаю, всем вы тоже говорили, что между 9 и 8 есть 15 лет. Я это... Что один? 10 секунд. Ладно. 9, но не на ум. Я не очень вижу между 9 и 8. Ну, вижу, они выставляют... Время. Госпожа Данерис. Что-то я вообще уже потерялась за этим столом. Кого проверить? Не знаю. Предупреждение. Ну, возможно, кого проверить? Единица точно красная? Не знаю. По-моему, без моей речи всем очень весело. Выставляю игрока номер 3. Принято. Не понимаю, почему. 10 секунд. Рисуют сначала 8-9, потом 9-3. Окей. Пас. Спасибо, Иван. Господин Целик. Доброго утра, город. Аська бы нашел уже красную восьмерку, а только единственное, наверное, слово красное. Семерка вроде красный игрок, но что меня ставят, не могу вас найти красным. Из-за этого. Что меня не можете найти? Ну, пока у меня получается красная команда 4, 8, 1, а вот сейчас между 3, 7, 9, я ищу. Знаю, Тёха, я тоже все пошел по черному, но... 379. Если тут сейчас ушел в черный, сейчас сюда тут два мафа. Если раз, сейчас тут надо сказать трейд. Между 3-9. 8 мафа снять. Стоит там 3. Стоит. Пока шриф лосит. Шриф привел штука, чтобы сразу не стоит. Ты не проверил туда? Время. Госпожа Мирабель. Между 3 и 9 разный цвет. По-моему, все тут согласны. Девятка выставляет игрока номер 3, потом говорит, а что это все думают, что между нами разный цвет? При том, что 3 выставляют 9, а девятка выставляет 3 и тут же спрашивает. Выставляет игрока номер 9 контрольный. Игрок номер 10. Вы, значит, видите разный цвет между 3 и 9. Для вас получается тогда 9 покраснее, потому что вы 3 выставляете. Так понимаю? Не знаю, для меня 9 чернее. Ну, проверить. 6 ушел проверенным черным, потому что шериф сидит и не вскрывается. Отсюда можно сделать вывод, что 3 не шериф, потому что всем остальным это понятно. И поэтому шериф не вскрывается, у него черный ушел. Ну, все. Двойка выставляла шестерку. Ну, двойка, ладно, отследилась. Ну, было понятно, что она красная. 6 играл против 4, поэтому 4 красный. Вот у меня два разных цвета. 3 и 9, 3 и 7, 10. Дебаты завершены. Мы переходим на голосование. Выставлены игроки. 9, 10, 3. Повторяю. 9, 10, 3. 9. Кто за то, чтобы ушел номер 9? 1, 2, 3, 4. Спасибо. 10. Кто за то, чтобы ушел 10? Спасибо. 3. Кто за то, чтобы ушел 3? Спасибо. Игрок номер 9, вы собрали наибольшее количество голосов, ваша прощальная минута. Ну, а что? Скажу право на ошибку. Потому что так как шериф, будем считать, адекватным не вскрылся, то значит 6 ушел черным. Значит, право на ошибку сохранилось. Ну, учтите, что вы сейчас медленный игрок. Почти все медленные. Спасибо, пас. Спокойной ночи, город. Свет, прекратите жестикуляцию. Спокойной ночи, город.
Мирабель. Госпожа Мирабель, ваше прощание. Я шериф. Первую ночь проверила 6, вторую ночь проверила 9, третью ночь проверила 10. Это третья черная проверка. То есть у нас последний черный остался за столом. Это игрок номер 10. Игроку номер 4 я вскрывалась, потому что, ну, видно было, что 4 и 6 никак не вместе. Поэтому вскрылась просто, чтобы, ну, руки пошли в девятку. Ну, так и было. Десятку почему проверила? Тут можно было проверять, конечно, между 7 и 10. Но 7 для меня я сидел покраснее. И 10 вместе с девяткой голосовал против игрока номер 3. А 9 у меня была найдена уже черная. Поэтому вот так вот. Все. Спасибо. Десятку сносите. Удачи. Пас. Город с вами прощается. Минута госпожи Таты. Здравствуйте, Мора, да, единичка подвернула. Вообще-то инициативу проверить единичку пошла вот отсюда. Так? Десятка мне тоже была подозрительна. Я давала ее. Вставляю игрока номер 10. Принято. Шо? 6, 10 проверено. Где второй шериф? Шо нет? А, вы там шерифе? А я что не видела? Скажите проверки. Не поняла, кто черный? 7 черный? И 6 черная? 6 черная, 3. И какой еще? Все же говорили, что вам нечего черного хоть. Что мне теперь надо вторую версию? Я пока выставила игрока номер 10. Так, кто на шестерку? Кто шестерка? Этот ведьмак. Ну, 6 черных. Три. А вы говорите, вы выбрали? Господин Свен. Смотрите, шестерка у нас двойная черная проверка. Да, господин Циник, я так понимаю. Смотрите. Потом. Нет, почему? Почему? Ушел. Да, двойная черная проверка. Не было критики. Сейчас уходит тройка. Сейчас уходит тройка. Тройка для него черная. Мы не играем в одну версию, мы играем в мафию. Вы понимаете? Для меня единица более шериф. Для меня единица шериф. Я видел это вскрытие. Я видел, что она показывала. Нет! Нет, уходит. Это уходит. Да, уходит. Это да. Это да. Но потом уходит 10. 10 это меньше шериф. Для меня шериф единица, но сейчас уходит тройка. Смотрите, я видел, что единица шериф, она проверила девятку, она сказала мне, что девятка черная. Я голосовал в десятку, я говорил, что у меня были сильные разноцвет. У меня с десяткой был разноцвет всю игру почти. Шестерка черная, двойная черная проверка. Госпожа Рапунцель. Почему 10 не шериф? Потому что... Он голосовал семерку, он топил семерку, когда у него были двое черных проверок, он топил семерку, голосовал семерку, выставлял семерку. Он точно не шериф. Семерка, вы ходите по этим кабинетам посмотреть? Вы из этого не успеете. Все. Выставляю их по номер 10. Стоит. Сделаем так по-быстрому, 10 ход. Вот. Все. Спасибо вам. Доброго утра. Уже шерифа единица игма за столом. Дальше у шерифа тоже игма за столом. Вам, в принципе, нравится, куда же играть, куда вам нравится. У вас как бы... У нас нету критики. Можно даже смену убрать сейчас. Спокойно. По любой вещи у нас как бы все хорошо. И у вас же, который для вас шериф, я у шерифа номер 3. Принято, три. Чтобы закончить эту игру, как бы не мучиться. Значит, в общем, 3. Там, если вы не поверите, там игра закончится, мы пойдем курить. Если не закончится, что быть не может. Вы вынесете меня, мы все равно пойдем курить. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Господин Сникерс. Всегда пытаются понять, кто мафия, чтобы выиграть. Здесь пытаются понять, кого убрать первым, чтобы пойти быстрее на перерыв. Поэтому я, как разный игрок, призываю город убирать десятку, чтобы быстрее закончить, и все. Давайте 10 уберем, я никуда не денусь. Если я черный, все. Хорошо, уходит 3. Пол. Только давайте договоримся, уходит 3, потом все говорят спасибо, пас, и уходит десятка, чтобы не знать, кто тебе. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Дебаты завершены, мы переходим на голосование. Выставлены игроки. 10-3. Повторяю. 10-3. 10. Кто сказал, что ушел номер 10? 2 голоса. 3. Кто сказал, что ушел номер 3 голоса. Игрок номер 3. Ваша прощальная минута.
Все, давайте без лишних решений. Я говорю, спасибо, пас. Спасибо. Иван. 5-4. Фол ценник. 10 уже. Фол тата, я сказала, спокойной ночи. Это третий ваш фол, госпожа тата. Спокойной ночи. Ладно, 4. Да, 4 чёрта. Ладно, все говорят на спас, это Бибина, которая. Мы с вами прощаемся. Минута господина Свена. Так, господин Сыник, я за вас был. Я не понимаю. Что значит, давайте закончим игру? Я сказал, тройка уходит, да? А чего вы меня начинаете это... визжать? Я не понимаю, господин Сыник. Вы заявили на номер 10 на голосование, сейчас уходит только 10. Что? Потому что он черный игрок. Он черный игрок. Все, госпожа Тата. Госпожа Тата, он черный игрок, он не шериф. Шериф игрок номер 1. Все, мы дали посидеть ему. Мы сыграли не в одной версии. Все нормально. Потом не надо претензий. Мы играли в одной версии, мы играли не в одной версии. Все, в две версии сыграли. Пришли в угадайку. Я пропустил там пару минут футбола. Все нормально. Все нормально. Мы не играем это, в одну версию. Смотрите, госпожа Тата, я сказал, что вы красный, я с вами играл. Я играл с двойкой, я играл с единицей, я играл с тройкой. Это вполне нормально. Я сделал свою в этой игре. Господин Ценник. Ой, железная логика. Спасибо, проверка, но открыл-то вас с черным. Я как бы... Время по номер 7, как правильно, шериф. Принято 7. Вы проверили 6-3, черная, единица лжи шериф. Как думаете, да? Спасибо вам. Госпожа Тата, у вас 30 секунд. Потому что у вас номер 10 стоит. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. 30 секунд, потому что у вас было 3 фола, но это последний раунд. Ну, мы переходим на голосование. 10-7. Повторяю. 10-7. 10. Кто за то, что ушел номер 10? Спасибо. 7. Спасибо. Замучили игру. Поздравляю город с победой.